Привет всем, кто попал на этот канал, и приятного просмотра. Каналу уже почти месяц, и до сих пор ни хрена не понятно, что за канал вообще, для чего создан и что на нем, блять, происходит. Создал я его не только для того, чтобы снимать какие-то приколюшки и веселить кого-то. Нет, идеи есть намного более масштабные и интересные. Когда я только начал играть в Warface, игра мне настолько нравилась, что играть я мог почти сутками. Спустя какое-то время у меня в игре появилось очень много друзей, которые играли со мной почти каждый день, и вот в этот момент у меня появилась идея, почему бы не попробовать поиграть на турнире. Ну серьезно, любой человек, который играл в Warface, которому игра нравилась, хоть раз задумывался о том, что он бы хотел попасть туда. Собаки, да можно резать, по-моему, сзади Школоника, но там и Трейзар выпрыгнет тогда на звуки дефибриллятора. Опасный рез, Школоник в строю. Есть, минус один. И закрывается, Эрстек забирает этот раунд, какой же хороший. Сейчас Трейзар на короткой дистанции может забывать, сейчас сохранить весь выход. Бикстоп действует с воды, но Трейзар его найдет сейчас, там дальняя дистанция для снайпера. Прокинул чуть стоп, а выход пошел по Трейзу, Бомкерри падает, минус под колонником, смоки, куда летим, там минус Фросквар, Джади, минус по панике, только единственный Кейн дает минус граната, Кришков борется до конца, минус по Джади, и пятый раунд для команды Ягкастер. И я, к слову, попал, потому что как раз в тот момент, когда я задумался о том, чтобы пойти поиграть на турнир, проходил турнир Battle Royale, и он был одиночный, не нужно было искать команду, и никого не нужно было собирать. К сожалению, мне не очень повезло, я слился на третьем этапе и вылетел из турнира. Но даже после этого мое желание участвовать дальше не пропало. Единственная проблема была в том, что не было возможности. И вот, вернувшись в игру пару месяцев назад, я подумал, почему бы не осуществить свою давнюю мечту и не попробовать попасть на LAN. Конечно, это не так просто, и для того, чтобы пойти на LAN, нужно иметь хорошую команду. В этом, наверное, и самая проблема, потому что найти хороших тиммейтов очень сложно в Warface. Но это не значит, что нужно останавливаться и не пытаться как минимум. Потому что в Warface очень много игроков, которые на самом деле очень хорошо играют. Но не все они, к сожалению, горят желанием попробовать себя на турнире. Часто я встречал в игре очень сильных игроков, которые, будь в каком-либо составе, добились бы больших успехов. Поэтому основная моя сложность состоит в том, чтобы найти сейчас таких игроков, позвать их в свой состав, чтобы они согласились пойти со мной на турнир. Я не уверен, но думаю, многим было бы интересно посмотреть, как это вообще будет происходить и получится ли. Поэтому на этом канале периодически я буду выкладывать ролики, в которых и буду рассказывать о том, как идут продвижения по данной теме, получается что-то или нет, и как вообще это будет происходить. Подписывайтесь на канал, если стало интересно. В любом случае, ваша подписка мне очень поможет.